Я пропала. Я пропала! Я не пропала! Я! Ах ты! Ах ты! Вор победный! Куда ты лезешь? Хочу видео! Ну, привет! И мы снова пришли в гонки по цветам, только на этот раз мы пришли на общий сервер. Да так хорошо же общались! Не только так хорошо Ёши и мы все, но еще и ребята, которые просто пришли поиграть. Блин! Я забыла, что... Почему? Ну почему? Я забыла, я опять забыла. Ну ладно. Тут же нужно, понимаете, всегда должна быть концентрация, потому что тут сверху цвет, во-первых, который тебе пол экрана закрывает. Ускоряется, нет? Да. Вроде ускоряется. Да, мы уже все, мы погибли, и мы больше не возрождаемся, кстати. Слушайте, а тут так было или не так? По-моему, так. Одна жизнь, да? Один шанс. Да. Да. Ну, там можно возродиться, кажется, нет? Зароб... Я не знаю. Ну, только да, только заробок. Сама с тобой поговорила. Вроде. Хорошо. А, ну, посмотрим. Вот в следующий раз, когда кто-нибудь умрет, можно будет посмотреть. Воу, я 15 побед в колесе выиграла. А ну-ка. Слышь ты, 35? Колесный вор. 35 что? Мне показалось. Пока. А, нет, не 35. А у тебя сверху там написано, сколько у тебя побед? Но мне, видимо, не крутанулось. Блин. Блин, все дойдут, а я решила остаться. Ну, ладно, зато... Зато жива. Зато жива. Зато надежно, потому что вот ты сейчас останешься... Вот. Спокойно. Вот девочка, да, не выжила. А мы умрем, а ты дойдешь спокойно первая. Ну, вообще-то так не будет, но спасибо за поддержку. Ну, вдруг. Ого. О, Ёши. А, блин, так мне же ничего не дадут, наверное, за то, что я приду сейчас пятый. Ну, как? А мне дало, знаете, сколько? Плюс 4. Плюс 4 дало. Нет, я имею в виду за колесо. А, мне тоже плюс 4 дала. Главное, 33 победы, а у меня 11. Да. У меня, видимо... А я тоже не знаю, сколько мне дали. А я вообще вот крутанула или нет? Ладно, богачка. Пока. А что мне теперь тут брать? Да ты можешь купить все, что здесь есть, наверное. Нет. Подожди, там тропа, кажется, какая-то радужная 35 стоит. Да. Я ее заберу. Давай. Ну, не сейчас, чуть-чуть позже. Воу, как я сейчас остановилась перед пропастью. Вообще. Я хочу опередить Ёши. Белый, белый! Ой, я забыла опять! Господи! Так, черный. Нормально. Так. Да уже пофиг, уже можно проходить. Ну нет, я хотела, чтобы мы прям нос к носу. Ну хотела опередить. Ну, я хотела по-честному хотела, да. А ты мне поддался. У меня отжалась кнопка, блин, да ты... Да врёшь ты, всё. Кнопка, ты пакостная такая. Ульяна. Вы верите кнопки, Ёши? Я вот нет. Я ожидала других полосочек. Мне не очень нравится. Ну там, кстати, по-другому, да? Да. Там прям... О, ну да. Она, я знаете, ожидала, как будто бы блики такие выглядела, выглядит в магазине, а у Ланы прям как в Тавре просто выглядит. Ну да, действительно. Да. О, господи, чуть не упала в самом начале. Ну, представьте такую. Вообще кошмар, мудашечки. Вообще. Ух, круто. А, в смысле, вы тоже? Ну, а там можно было допрыгнуть. Ага. Так, оранжевый. Блин. Ой, я розовый хотела ждать. Ой. Нормально вы успели. Мы еще и дойти Слушайте, успеем. А тут было уведомление о том, что обновление было. Нет? Было вообще обновление или нет? Я просто, мне кажется, что нет, потому что вот этот вот цвет, который на полэкрана, я буду постоянно. А ты отдали, Ульяна. Высказывать свое недовольство. Чего? Отдали. Немножечко отдали. Не расслышала просто. В общем, что-то хотела сказать. А, так я уже делала так. У меня это не работает почему-то. Как это? Ну, в смысле, так, ну, некрасиво. Ну, это работает, но некрасиво. Да, блин, ну я опять заговорилась с вами. Я могла к вам прийти. Как я теперь выиграю вас? Никак. У меня же челлендж. Я не знаю, когда я его успела придумать. Все, челлендж твой уже. Ничего Хорошисик. Себе. Куда ты улетел?
Да вообще. Прямиком на финиш. Опа! Нормально. Ух, как мы выжили. Это кто такой попрыгунистый? Да. Это я. Да, я. А что? Да ничего, нет, никаких возражений. Вопросы? Слушайте, да, и вопросов тоже никаких. Да блин, я каждый раз думаю, что это перчатка этого Таноса. Таноса. Представляете? А это крюк захвата какой-то непонятный. Что это такое? Крюк захвата. Ну там написано так. Волшебный ковер. Вот знаете, вещи своими именами называют. Правильно, волшебный ковер. Что это там? Да, ковер-самолет. Кто это вообще придумал? Или радужный там какой-нибудь ковер-самолет. Волшебный ковер это прям, да, идеальное название. О! Так, спокойно. Ой, тут. Я думал, это цвет какой-то, да, блин. Я тоже это думала. Не цвет. Черный! Я блин! Ладно. Капец, так далеко было все. Да, я думала, что все. Каюк. Спокойно. У меня странные какие-то звуки исходят из моего рта. Что-то непонятное. Так, вот, ноздря к ноздре. Но не получилось, ладно. Хорошо. А вы собираете Ева, подарки? А на что ты все победы потратила? Вот, да, я собираю. Вот я коплю. Вот я не знаю, на что. Я хотела сказать, что я не буду копить на хвост радужный. Ко всему, вернее, со всем уважением отношусь к радужному хвосту этому, но я, наверное, все-таки куплю питомца какого-нибудь. Да? Да? Я вот дымок взяла. Тут. Блин! О, мне сундук выпал! Он улыбается. Ого! Ага. А дымок... Лон, ты горишь. Да, немножко есть такое. А, кстати, это свойственно этой игре, поэтому, в принципе... Блин! Вот сейчас по-настоящему. Сейчас пойду все потрачу. О, нет. Не пойду. Механизмы. Что это за механизм такой? Сейчас как куплю. 2 часов механических. Ну да, да, тут есть медведь, и это динамит, наверное, какая-то пружинка. Ага. Ты что, тупо? Ты раньше времени пошёл? Я, короче, мне очень нравится испытывать судьбу. И, типа, прыгать раньше времени, и сейчас сыграла со мной злую шутку. Ну, ты даёшь, конечно, ёшь. Я. Да. Да, я. А это что, это касса? За 10 побед. Это динамит. А, да? О, нет. Вот как... А еще они не тратятся. Лучше бы касса была. Так, я могу, получается, купить все что угодно там, если у меня есть... Да. Блин, такое, а что я не купила? Странное, конечно, ладно. Так, оранжевый. Я успела. Да ты вы посмотрите. Ничего на него! Себе. Вот да, только я посмотрите. Решил рискнуть. Вот решил рискнуть. Ну да, рискнул, и все-таки удалось. А я рискнула, и мне не удалось. А здесь зато вы сейчас догоните меня. А, нет, не догнали еще. Это пружинка только почти... для красоты, она вообще ничего не дает. Да? А, не дает. Подожди, дает, да? Ах ты врушка. Чуть-чуть, блин, совсем немного. Я пропала! Я не пропала! Я! Ого! Вы видали, что произошло? Уху! Капец. Да. Вот что произошло. Ладно, куплю себе эффект по такому превосходному случаю. Возьмите пружинку, чуть-чуть помогает. Не хочу. А что так много денег требует? Вернее, побед. А какую пружинку? Зачем? Она бесплатная? А вот да, ну если у тебя уже хватает 15 побед, то ты можешь ее просто взять. А, это эти эффекты. Вот тут механизмы. Механизмы, вернее, да. Давайте, возьмем. Все, я взяла? Я не понимаю. Я не успела. Да внизу у тебя нету? А, нет. Как? А, значит, а у тебя есть 15 побед вообще? У меня 18. Тогда непонятно мне такое. Ой-ой-ой, зря. Умрем. Все умерли. Возрождение. 39 робоксов. Отставить. Хорошо. Возрождение. Эй, я просто обещала посмотреть, ничего, сколько это стоит. А, все пон. Я вот хожу, я что-то хотела сделать. А, посмотреть механизмы. О, появилась. А почему я не подпрыгнула? Я ж нажимала. А мы все умерли. А нет, там кто-то остался. Нет, кто-то еще остался. А я, кстати, не знаю, я же могла за вами понаблюдать. Могла. А мы могли выиграть, но мы умерли. К сожалению. Все. Умерли. Так, я готова. Пружинка при мне. Надеюсь, она мне как-то поможет. О, видите, далее я как стартанула. Чуть не умерла сейчас. Ну, прыжок стал немножечко дольше, но зато длиннее. Я одна... Помогла мне прыжок. Вот я прям почувствовал.
Нет, знаете, что к ней нельзя. Нужно просто приловчиться, потому что я знала, что она же длиннее, получается, у нее прыжок, действие прыжка, да. И ты должен, получается, немножко рассчитать, когда ты должен прыгнуть, да. Чтобы за секунду до падения успеть... Ах ты! Ах ты! Ах ты! Вор победный! Победный воришка! Я увидела только конец, к сожалению. Ах ты, воришка победная! Ах ты! Стой! Ясно. У меня забрали все предметы. Так тебе и надо? Нет. Так тебе надо, надо тебе так, так тебе надо. Пон? Это злорадство. Пон или не пон? А что ты? А что, не можешь взять пружинку? Ты можешь взять пружинку, возьми. Сам такой, шляпу блин украл. Ты шляпный вор, понял? Ты мышь. Панамный. Извинись. Знаешь, как есть вот эти форточники, а ты панамочник. Ты ртатуй. Почему? Он не мышь. А там крысик был, там не мыша. Да, да, да. Да. Так, быстро ответили на вопрос, как звали мышонка из крысика. Да, блин, был уже такой вопрос, я забыла. А, вспоминайте, кто вспомнит. Да, правильно, я молодец. Вообще классно. Тот молодец, хотел сказать. Не успел. Слушайте, а я что подумала? У нас же тут премиум, а у кого премиум, тот на 10% быстрее бегает. Разве? А что, я что-то не заметила разницы никакой. А там что-то было такое написано. Я помню, в прошлый раз мы что-то такое... Ах вы! Ах вы! Панамщик. Ну вот, написано, премиум 10%. А, да, все верно. А мы, кстати, можем проверить, тут же ребята, наверное, могут быть без премиума, вот смотрите. Ну но да, они но без я не замечаю разницы. Но они будто бы так же, как и мы бегаем, нет? Да, нас обманули, либо 10% это слишком маленькая разница, чтобы заметить невооруженным глазом. Возможно. Да, вероятно. О, я бегу, я бегу, я бегу, я бегу, я бегу. Все, я бегу. А розовый или белый? Это что? Белый. Белый. Это белый. Ой, нормально. Ох, я допрыгнула. О, у меня пружинку отобрали. Что, каждый раз так? А надо ее, да, каждый раз брать, если ты проходишь. Так. А что за цвет? Что за цвет? Белый. Белый. А, я думала, мне... Слышь ты, попрыгунья, стрекоза. Опять белый? Опять? А, видимо, да. Ах ты. Что? Меня не засчитали? В смысле? Ладно, это надо было в стенд самый, который вот... Я так и сделала. Да? Беда. Слушайте, а у вас не было такой проблемы, когда Ёж сказал «стрекоза», я договорила это стихотворение. Это красное пробело. Я тебе больше скажу, Недавно мы с Ланой что-то болтали и что-то заговорили. Я не знаю почему, об этой басне. И я сначала секунд, наверное, 20 говорил, а потом она такая продолжает. Я думаю, почему? Откуда мы это помним и почему оба? Просто вообще неадекватно абсолютно. А такое иногда бывает, да. Удивляешься даже таким вещам. Но у меня, к сожалению, только вот эти 4 строчки. Или сколько. О, мы с Ланой можем тебе помочь. Но... Не, ну, нет, нужно. Не я буду ощущать себя не очень хорошо. Вообще, не любишь басни что... или не любишь, нет, когда тебе напоминают? У вас в памяти осталось, а у меня нет. О, ха! В этом ничего хорошего нет, честно говоря. Типа это просто бесполезные знания, правда. Ну почему? Прикольно, вот так вот в подобной беседе. Я умерла! Я пожелала вам знать, что все. Спасибо, спасибо большое, Ульян. Держи в курсе, как говорится, держи жабу. Конечно. Слушайте, а у вас тоже следующий вот этот вот подарочек стал доступен, хотя было написано 18 минут? Да, да, в прошлый раз тоже так же было. Да? Ну у меня 4. У вас 4? Да. Просто отсчет какой-то не такой. Какой-то не такой отчет, да. Это игра в игре. Какая-то не такая игра. Другой отчет времени, вы не знали? А, да? Да. Кто поверил, ставьте лайк. А еще подписывайтесь на Телеграм и Дискорд. О, ничего себе ты вспомнила. Давно мы не говорили. Что за свет? Да. Просто рекламируют тут телегу нашу с Дискордом. Такая, а что там, игра уже... Между прочим, вторая... Видела? Ах, ты видела? Зеленых. Вторая и третья ссылка в описании. Да, да, первая — это игра, которую мы, да, сейчас играем. Да, между прочим. Вот, поиграйте, порадуйтесь, а потом зайдите в телегу и Дискорд. Да.
Это очень хорошо. Очень хороший список дел на сегодняшний день. Да-да-да. Кстати, знаете, в этой игре почему-то очень мало людей на общем сервере. Всего 8 человек. Ну, да. Доступно, в смысле. Ага. И я вот думаю, почему? Мне кажется, чем больше людей, тем веселее. Разве нет? Но видишь, мне кажется... снегопад из людей, которые падают. Мне кажется, проблема... Ты ржёшь. Снегопад. Просто смешно очень говоришь. Ой, спокойно. А я услышала рифму. Мне так понравилось. Это твое видео, Лен, ты не можешь молчать. Я знаю... Ну, почему? У меня камера, и, между прочим, я могу... при помощи глаз общаться. Знаете, вот улыбка глазами. Ах ты, прыгаешь раньше времени. Ах ты. А Ёша это однажды погубила. О, господи. Хопа! Ой, Яш. Развернулся, посмотрел на вас на финише. Вот такой вот я крутышка. Такой вот я крутышка. Такой вот я. Крутышка, да. Да, крутышич, конечно. Это я, кстати говоря. Ладно, куплю я, наверное, чего-нибудь, потому что у меня 25 побед. А что я куплю? На все деньги, ага. Так сказать. На все. 20, конечно. На все, все бабки. Покупаю. Ой, так ты такой. Ой, это паук. Иу! Ладно, извини, он просто вот такой красивый. Ага, я вижу, я вот, пожалуй, по другой стороне. Ты, Не-не, справа, я справа, нормально. Ты отошла, я отошла в другую сторону. Черный цвет, если что. Блин. Как и паук. Между прочим, хорошо, идем. Я опять так сосредоточен. Кое-кто идет лучше. Я умру. Нет, я выжил. Почему? Хорош, как же мощны мои лапищи. Ну и все. Ладно, я сниму. Кто победил, ребят? Опа, победа! А я, между прочим, не смотрела на тебя, понятно? Ну и пока. Ну это все. Ну и пока. Я надеваю сундук. Блин, стойте. Нет, рыбку. Все, и заканчиваю это видео. Ха! А я выбил ведьму. Куда ты лезешь? Хочу видео! Капец, грубиянка. Куда ты лезешь? Ты вообще знаешь, кто я? Знаешь, сколько у меня подписчиков на ютубах? Знаешь ты? Ты знаешь, кто я? Это ты так делала вообще-то. Вы разбудили во мне зверя. Чего ты делать? В общем, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте жмать на колокольчик. И всем пока. 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 Пока.